Мой старик Вик Хилл твердо верил, что каким родился, таким и помрешь. Во вчерашнем деле были две забавные детали. Как жизнь, молодая юноша? Покой нам только снится, отец. Кто-то рождается добрым. Каждый, кто не полный фраер, чем-то да обязан Санни Кастильо. А он родился, но очень дерзким. Зайка хочет пузыриков, милый. Умная ты девочка, Лотти. Что вы такого хотите перевести, мистер Гордон? Алмазы. Пригоршню. Куда он? Набить на костяшках слова мама и папа. Вы в деле или как? О, да, мы в деле. Пусть поставит на то, что Билли выиграет в четвертом. По углам. Давай, все четко по плану. Если вы хотите кидануть Санни Кастильо, без меня вам никак. Давай, Билли! Этот видос вообще интернет порвал. Блин, нас постреляют. Я его задел. Так не задевай, не надо вообще его трогать. Если он хочет играть, пусть играет жестко. Санни, у нас же с тобой все дела, чин по чину. Я мучу свою тему, ты свою. Налить ман, пацаны. Шикарный план, да? Ты чем такой план начертил? Своим хером? Большой куш. Смотрите в марте на Lost Film TV.